Здравствуйте. Сегодня была на метро Пионерской, где была дуэль Пушкина. Но не дошла. Потом все время раньше там работала и ходила на его дуэль. Место, где состоялась дуэль. Но не дошла. Но хочу, искала все место, где без музыки можно посидеть и что-то записать. И очень сложно. Где музыка, авторское право, не дадут выйти моему видео. Ну, что хотела поговорить, рассказать о подписках. Я решила тут, ну, смотреть, сколько у меня подписчиков. И с где-то сентября месяца и по вот сейчас, 19 января, 10 сентября и по 19 и января 2020. Так что вот, ну, подписчиков вот нашла на сегодня уже, наверное, у меня 200 человек будет прибавлено. Это все люди живые, никакие не боты, чисто питерские. Ну, из них плюс могло быть еще 150, то народ уходит, так что не всегда жди, что они подпишутся. Могут уйти, так что вот отбор тоже очень большой. Так что вот так и слышала, как в Инстаграме подписчиков ищут. Это они устраивают подарки, потом рассылают по почте. И вот такой труд огромный. Ну, конкурс устраивает, но это все как бы, это получается, что тоже нестабильно они могут, тоже, эти подписчики тоже могут уйти. Так что вот такое, это самое, такие дела про подписчиков рассказала. Так что не такая уж надега. Это шатковалка. Ну и говорят, там все эти выплаты, их только как выстрелит, если им выстрелит, то можно что-то заработать. А так все это тоже разовое такое все. Ну, сегодня он уже музыку заиграл. Сегодня ребенок у метро. Сейчас у меня аэропорт тут заблокирует. Сегодня ребенок в метро ехал, играл в игру, а выходить им надо. И такие капризы устроил, и дерется, и все, чтобы это как его не трогали, что он играет в игру. Так что очень дети все зависимые от этих фильмов. Так что истерики закатывает, бьет мама по руке, пускает огромные слезы. Ну и с этой погодой хотела вам сказать, что человек как бы сам барометр своих этих, это вот если, например, погода меняется, то сосуды сразу чувствуют. Ну, вы идите, гражданин, идите. Идите вы, я хочу доработать, мне надо тут работать. Чем помочь? Не, ничем. Вот. Так что это, что я хотела сказать-то. Да. Ну, как бы сосуды вот реагируют на все перемены погоды. Когда погода стояла такая теплая, одновременная, то все хорошо. Как только повышается холод, они начинают это песни петь. Так что все это, ну, вроде я выпила сегодня этого пепси, все отошло. Может, от того, что погода и давление изменилось. Так что вот так вот, ну что еще? Ну, хотела сказать вам, что, в общем, вся эта соль, как бы, и сахар тоже очень вредно. Соль тоже действует, особенно эти кириешки всякие, сухарики с солью, это все это вредно. Так что еще? Ну, картошка жареная, которую они жарят в булку, это в России, она, конечно, масло очень тяжелое.
есть такое, оно, желудку плохо, короче. Так что вот, ну что еще вам рассказать про, ну все, что, наверное, ну, я, наверное, все рассказала. Так, вот такие вот дела. Да, по почте это, ага, ну я тогда говорила про подписчиков на Инстаграме. Ну, короче, все сложно. Сейчас вот в ТикТоке занимаюсь, но там вроде какая-то есть активность. В Инстаграме, еще я в Инстаграме попыталась нанять там подписчиков, но оказались плохие. Это все боты, которые Инстаграм просто не пустил за деньги. Хотела найти подписчиков, все это ерунда. В общем, все надо работать, но еще не получится. Ну вот, такая вот была мое видео. Это такое кафе небольшое у нас тут. Раньше здесь было у нас, так сказать, польский магазин. Вот, а теперь все это чисто узбекское, все помещение, ресторан тут большой, вот здесь кафе сделали внизу, и, в общем, очень много расстроились. Вот так вот. Ну все, пока, свидания, УФБС, бай-бай, приходите на канал, ставьте лайки, поддерживайте меня, я бы рада вас видеть всех. Спасибо, люблю, целую всех, пока-пока.